Я Юлия Ефременкова, и это телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга. Милена, Настя, включай микрофон. Так, Милена, Настя, включаем микрофон. У нас уже все готово. 12 час, а мы только начинаем работать. Так, не спеша, вальяжной походочкой. Фу, Йоська, какой-то мерзкий тип. Это я. Угу. Ну, ужас. Почему все люди как люди, а Йося вечно, вечно поясничает? Даже Татьяна Владимировна сегодня с нами. Добрый вечер. Спасибо, взаимно. Какой костюмчик-то у нее. Какие кудряшки. А у тебя какие тени шикарные, шикарные. Мой гример. Ну-ка, ой, Саня, ну что за секси-бомба. Да. А у Майки новые штаны, которые она мне вчера демонстрировала. Ну все, значит, лобная сегодня. Удалось. Да. Запалил сторис с твоими штанами, идет. Снимать штаны идет? Беги, Юль, лучше. Твои штаны снимай, беги просто. А кто это там идет? А почему участник дома 2 идет на наше лобное? Я падаю, приходит позже ведущий. Дима, жить, что там я. А мне подарок для твоей жены, я не могу. А мне отдельно. Спасибо большое. Вы так любезно. Всем привет. Прекрасном костюме твоя женщина. Конечно. Ты не видел. Комплиментами ее. Так всегда. Смотрите, какие молодцы. Спортсменки. Фактически комсомолки занимаются. На часах тем временем фактически час ночи, представляете? А мы только что закончили работу, работать.